Всем доброго времени суток. Я хочу немножко пояснить тему технологии изготовления хакаски традиционной одежды, которую, если кто возьмет этот диск, он должен иметь представление, что же там на самом деле находится. Но почитать вы сами посмотрите. Здесь слева информация такая краткая о том, кто готовил этот диск, на какие деньги и какие мастера в нем участвовали. Сам же диск, если вы его вложите в DVD-ROM, открывается такая папка, ну если у кого-то носители, допустим, да, вот, запускаем авторам, и открывается такое меню. Здесь опять увидите информацию издателя проекта в PDF-формате, и помогли в проект это спонсоры. И дальше, в первом диске, Ипщик и Гнега, женское платье, тут три мастера, Нарылкова Наталья Анатольевна, Динара Ися Петровна, Кокол Глафира Николаевна. И тут есть еще приложение по выкройкам платья. Давайте сейчас прямо приложение открою. Они тоже в PDF-формате сверстаны. И можно будет распечатать А4 и, в общем, посмотреть. Дальше хочу показать сами видео. Ну, допустим, в данном случае от Натальи Анатольевны здесь 14 уроков. Ну и давайте посмотрим первый урок. И таким образом, в общем, она тут рассказывает. Я тут быстро сейчас прокручу. И видите, тут первое видео занимает где-то 5,5 минуты. Это уже по кройке женского платья. Ну и дальше, крой спинки, допустим. Идет. Следующая тема пошла. И точно так же рассказывает она, показывает, каким образом все нужно сделать, чтобы, грубо говоря, не накосячить, чтобы лишнее не отрезать. Ну и так далее. И таким образом завершается последним уроком, когда уже изделие готово. Тут окончательная примерка. Так, и можно увидеть уже какой-то. То есть это мы видим уже результат работы по женскому платью. Это у нас мастер Нарылкова Наталья Анатольевна. Следующий мастер Абдинара Иса Петровна. Она точно так же уже в другой схеме показывает то же самое, как сшивается хакаска платье, только уже по схемам она объясняет, поясняет. Вот это приложение есть, я только что тут показывал. Вот. Таким образом объясняется, циферки все поясняются, какое они имеют отношение к крою платья. Я не буду подробно все тут расписывать. Единственное, хочу обратить внимание на инструмент, который она сама придумала. Мы назвали этот инструмент Ширинды. А вот эта деталь обшивается именно с помощью этого инструмента. Ну, вот этот инструмент вот таким образом выглядит. И здесь она их заворачивает, проворачивает и все такое. В общем, можно будет научиться пользоваться именно этим инструментом. Таким образом. Так, это у нас получается первый диск. Далее у нас идет мужская рубаха. То же самое, запускаем авторан файл. И у нас появляются уже работы Нарылковой Натальи Анатольевны. Тут только мужская рубаха, больше ничего. 34 отдельных видеоурока. Ну, допустим, крою полочки. Давайте посмотрим. И она рассказывает, показывает, вот как все это производится. Ну и допустим, вот урок на 11 минут. Довольно-таки подробно все объясняется. И таким образом вы можете во втором диске посмотреть, как сшивается мужская рубаха. Я опять не буду проходить по всем урокам, но хотя давайте посмотрим пояс. Хур. Да. Это один из важных деталей мужской рубахи. Так она поясняет, рассказывает. Так, выбор материала. Так,
Так, сейчас. Так, подготовка деталей пояса к пошиву. Накладывается дублирин, он же прошивается, вот все, все показывается. Очень подробно это объясняется, как сшивается пояс. Вот такое вот примерно объяснение. Далее мы теперь посмотрим Сигадек от Тамары Романовны. Здесь 24 урока. Особенности построения в выкройке. Она тут довольно подробно рассказывает. Давайте посмотрим. Всего 21 минута. Подробнейшее объяснение. И таким образом давайте посмотрим готовое изделие. Вот. Это уже она прошила, она рассказывает уже, в деталях поясняет все. Тут у нас только Татьяна Романовна по Сигедеко, да. У нас еще следующий мастер по Сигедеко. Так, Карамчакова Светлана Константиновна. И она тут рассказывает уже по рисункам. Тут надо сказать по рисункам также по вышивке Сигедеко Наталья Анатольевна. Показывает и технологию вышивка. Вышивки она показывает, каким образом вышивать рисунки, допустим, да. Так, ну и далее у нас Карамчакова Светлана Константиновна также. Она показывает, каким образом наносится орнамент на поверхность ткани. И таким образом тут 4 урока. Далее пояснение. Тут есть, тут приложен реальный крой, и можно распечатать в формате А4 и собрать, в общем, таким образом. И Раиса Петровна показывает, как это делается на бумаге. В женской безрукавке в Сигедеке есть вот два мастера. Марилка Наталья Анатольевна, Светлана Константиновна и приложение от Раисы Петровны. Далее ПВО. ПВО и орнамент они будут в одном диске. Поэтому надо будет открывать файл. ПВО. Раиса Петровна рассказывает от и до, с чего начать и в общем... Да, с чего начинается подготовка к созданию ПВО. Подробным образом объясняется. И далее от Тимуча таковой. Молодой мастер. Очень интересный мастер. У нее довольно-таки красивый ПВО. Она тоже своеобразно показывает, как она привыкла работать. И вот. Так, у нас тут попало два человека. И орнамент. Чаптыкова Елизавета Григорьевна рассказывает о себе, о своем творчестве. В общем, она делится своим опытом, богатым опытом. Она всю жизнь занимается тем, что шьет хакасскую одежду. Далее Раиса Петровна рассказывает о разных технологиях и технике вышивания. Ну и в приложении даны некоторые работы
Елизавета Григорьевна. Вот я их тут быстро промотаю. Так. Ну и вот у нас получается, что в этой работе всего 5 дисков будет в комплекте, если кто увидит футляр именно в таком оформлении. Ну и хочу поблагодарить, кто досмотрел видео до конца. Спасибо за внимание. В общем, имейте в виду, что вы покупаете, и вы будете теперь иметь представление, что находится вот в этом комплекте. С вами был Сибдей Том.